Фух, так. Здорово, народ, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем проходить дальше Don't Starve. Сегодня у нас 13-й день, нехороший день, я думаю, мы его переживем. Так, немножко я, в принципе, понял, что да как мне делать, меня ввели, в принципе, в курс дела. Сейчас я должен быренько найти свое поселение, вот здесь оно было. Да, пробегусь еще, наверное, здесь. Ну, время у меня так-то есть. О, у меня целый день еще. Броньку себе потом сделаю, так что, как бы, с этим нормально. От, пчелку. Нападу сейчас на пчелку у нас. Так, так, давай! Есть, убил. Можно их также как-то отлавливать. Так, у нас 3 камня. Можно броню себе сделать хорошую. Ой, у меня желудок, кстати, почти высох. На пчел можно напасть. А я не умру, у меня жизни мало. И мозг немножко, это самое... по них. Ладно. Не знаю, куда... О, смотрите, еда. Давайте подберем. У меня друг, конечно, прокачался очень сильно. То есть, он уже почти ни в чем не нуждается. Он все прокачался на максы, можно сказать, даже так. Ладно. Ну, давайте по одному их вылавливаем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Они очень тяжелые. То есть, их фиг убьешь. Наверное, да, все-таки буду убегать пока... Если умру, жизнь у меня еще меньше. Желудок вообще иссох уже. Чертовы пчелы. Так, венок, надо венок взять, потому что рассудок помутнелся уже немножко. Ой, так. Венок, венок, венок. Нужно сделать себе. Так, потом могилу надо выкопать, мне еще там рассказали. Дело вообще еще не в проворот здесь. Я не знаю, за что браться и что делать мне. Так, надо идти к своей либо машине, либо... Ну, пчелы эти не побежали... Не... А может, к могилам? У меня лопата так-то есть. Да, она у меня есть. Там деревья, конечно, ходячие. Давайте быстренько попробуем добежать. Кстати, если все деревья срубишь, то потом, типа... Ой, еще еда. То встает потом дерево и, типа, пытается за тобой бежать. Там и всякая фигня. У меня уже что-то мутнеет все. На глазах. Черт, мне хреново. Вот, могилки. Так, могилки. Давай, давай. Чего это? Да что ж ты такой-то, а? Мне сказали их раскапывать надо, блин. Да что ж ты не хочешь копать? А ну, подождите. Так, 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 воу, 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 так, нехорошо, нехорошо, что-то мне, мне что-то нехорошо. Что-то меня плющит как-то, слушайте. Так, нормально, нормально, держимся, все, сейчас будет хорошо. Так, надо поесть, надо кроликов, сена, что ли, больше как-то набрать. О, так, все нормально, все сейчас будет хорошо, так. Пчелами драться нет пока, ну, потому что у меня... Так, 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 надо больше... Надо, надо сжечь как-то, точно, 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 точно. Факел. Да, да, факел, бить. Так, давай. Да. Ой, господи, я лес поджег. Я лес поджег. Так, немножко, да, немножко нахулиганил, конечно, да ладно, че вам... Светло, зато тепло, смотрите как. Сейчас елочки сгорят. О! Я сам сейчас опекнусь только. Надо 4 угля, кажется. Давай, 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 давай. Ой, господи. Так, в принципе, более-менее уже мне объяснили, что делать. Так, так, нехорошо что-то. Нехорошо что-то идет дело. Дело идет к ночи. К ночи, к ночи, к ночи. Давай, 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 давай. Где наш халабуда, кстати? Где наш халабуда? На тап. Все, почти добежал, почти добежал. Есть, 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 есть. Так, пока не запаливать, мне сказали, пока не запаливать. Так, ну давайте там у меня что, пшено, что ли? Так, веревки у меня есть. Может, что-то из брони себе смогу сделать. Вот. Так, мне нужно эту хрень собрать. Да мне поесть бы еще надо. Каменный блок, папирус. Пока ничего больше не смогу сделать, если черт. Да.
Мы пока не будем топить. А, давайте пока деревья порубим. Так, чтобы... Я сейчас с голоду умру точно. Вот я отвечаю. И рассудок падает. Надо броню себе сделать хорошую. Ой, блин, тяжеловато, конечно, играть, скажу вам. Так, давайте пару закинем дровишек. Так, и сделаем еду себе, попробуем. Потому что жизни восстановить очень тяжело будет, конечно. Очень тяжело. Так, так, давай поедим. Конечно, восстанавливает оно всего ничего. Очень мало, очень мало. Так, давай. Давай, руби. И мы должны потом куда-то пойти. То есть на одном месте стоять тоже, знаете, не вариант. Да, не вариант. Что мы там еще, кстати, можем сделать? А 8, мне нужно еще... Так, машинку мы построили. Здесь я больше... Тут надо много таких. Костер пока более-менее нормально. Сейчас мы еще пожарим. Должны переночевать. И, собственно, уже потом выдвинуться опять на поиски. Мы пойдем, наверное, вот здесь мы уже ходи. Вот тут, смотрите, что-то у нас есть. Не знаю, тут как... Тут голиком все. Тут много-много-много добра. Вот здесь много добра. Я здесь тут даже расстроился немножко. Наверное, пойдем мы через... Вот так вот наискосок. Как-то посрезаем, что-то поищем. Да, я думаю, дойдем до этого места. И здесь опять будем лутать. Понаходим, может, от преисполнившихся чего-то там. Вот. Но здесь как можно выше пойти, конечно. Ну, давайте пойдем выше и, может, что-то найдем там интересненькое. Да. Надо сходить. Хотя там уже как край. То есть, да, нет, не получится. Тут у нас глыбы как идут. А, могилы выкопать нельзя. Но там зомби какие-то, что ли? Я, честно, не знаю. Мне страшно. Так, палки, булыжники. Ну... Так, а вот я, кстати, броню сейчас смогу сделать. Так, вот она, бронька наша. Ну, мешочек мы выкинули, извиняй. Ну, броня, конечно, это вещь хорошая. И на первый слот, конечно, я поставлю, вот. Так. Черт. Нет, мы так не можем, понимаете? Надо тогда забрать вещи какие-то, что... Так, сюда. Ну, по сути, как мне сейчас ничего не надо. Ну, только если вот это взять. Это тоже было не надо нафиг. Вот, да и, собственно, все. Так, пока у нас есть время, вот это забираем. А машинку мы можем с собой забрать тогда? Ну, коль я перекочую уже тогда. Так, время у нас, в принципе, пошло. А, давай сразу зажарим, чтобы перед это самое нам перебраться. Так, срок годности заканчивается наших зерен. Можем что-то забрать? Не можем больше забрать машину, то есть мы как бы передвинуть и не можем ее. Обидновато, малеха. Смотрите, а тут можно что-то было сделать. Да по сути все то же самое, брюлики всякие. Ладно, все, мы пошли. Нужно нам сейчас идти и искать. Так, осторожно, чтобы никто не встал. Рассудок у меня так, конечно, немножко помялся. Вроде мы правильно идем, да, на правильном пути. Тут пока ничего. Фух. Так, еда. Еда, мы не должны ее пропускать. А блоки, ну, в принципе, давайте разобьем. Там пшено мы понаходим. То есть там есть хорошие вещи, чем мы можем найти. Селитра какая-то, что ли. Вот, камушки нам пригодятся. А броню возьмем, наверное, вот эту штуку. Потому что драться нам придется. Выживать надо все-таки, бить врагов. Уголь я взял. Уголь, наверное, для чего-то там нужен будет. Не знаю даже. Ай, черт. Давай. Это ничего. Так, сейф прошел. Сейф прошел, слово... Все, пшено. Пошло у нас вот эта вот штучка. Я есть хочу ужасно. Морковку надо выкопать. Ух ты. Ну, кстати, смотрите, жизни-то как поднялись. То есть вот эта штука хорошая, оказывается, у нас. Так. Соберем все. Рассудок помутняется у нас потихоньку. Ух, я волнуюсь, как бы не умереть здесь только. Так, пчел довольно-таки много. То есть с ними драться нету смысла. Их лучше приручить, как-то говорят. То есть в этом плане.
Так, Юри, нужно этих много нам очень собрать. Сейчас будет очень-очень много. Так, блин, сейчас вот, не дай бог, еще дерево какое-то встанет. Так, а куда мне бежать-то? Ну, что-то я уже бегу не туда, наверное. День у нас, в принципе, идет еще. Ой, господи. Нет, я лучше побегу не сюда. Не хочу, не хочу. Цветочки, цветочки нам нужны, кстати. Они нам дают... Так, есть. Есть. Что тут у нас еще есть? Так, нам нужны цветочки. Буйволов не вижу, никого пока не вижу на горизонте. И хорошо, собственно, потому что... Так, о, дырку нашел какую-то. А, это же та самая, кстати, да. Так, я могу себе сделать венок. Или не могу? Черт, да что ж такое? Не могу венок себе сделать, да? Надо, значит, на машине его только делать. Да, бедновато. А нет, смогу. Все, окей, окей. Так, слава богу, у нас более-менее получше. Хотя не очень лучше здоровье, ну, более-менее пошло. Так, венок есть у нас, грибочки тоже. Еще одни возьмем, ну, мы их пожарим, конечно же, потом. Фух, так, мы должны выжить, мы должны продержаться, не слиться. Так, нет, не отвлекаемся ни на что, бежим по дорожке, времени у нас немного. Мы должны добежать до... Ух ты, нам бежать еще бежать, слушайте. По дорожке, думаю, будет быстрее. Так, мы должны, в принципе, успеть... Да, ну, я думаю, успеем. Мы успеем, мы должны успеть. А, что мы... Так, 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 что у нас дальше? Броню мы сделали, броня. Ух ты, она сама даже как-то исчезла. Видели, да? Прикольно. Так, вроде правильно вышел. Так, ну тут у нас уже галюны. Это норма. Это галюны. Всякие... Надо кроликов понахить, потом их поубивать всех, как бы это... Дико не звучало, но кушать хочется. Да, желудок у нас, кстати, да, высох полностью уже почти. Грибочки надо. О, немножко есть. Павлин, павлин, гляньте, павлин. Нет, я его не догоню, хорошо. Так, да. Так, вроде правильно. Здесь мы еще пробежим, соберем эту рожь. Так, вот на кролика мы поставим сейчас. Вот прям вот так вот, все, попадешься, попадешься, засранец, я же знаю. Надо много вот этой штуки еще насобирать. А, грибочки. Где наша лопатка? Давай, копай. Ну, что ты? Молодец. А, дальше бежим. Дальше нам немножко сюда. Ладно, сворачиваем, в принципе, здесь. Все, все, все это собираем. Рассудок немножко подняли. Конечно, маловато, но все-таки. Так, со временем у нас тоже надо много сделать таких вот штук, чтобы как бы... Их везде понаставлять, и нас не смогли убить. Так, мы обходим, и мы уже почти на месте, да. Тут бегали буйволы какие-то, но нам это не помешает. Можно делать себе поспать, но там надо паутину, там мучиться, конечно, долговато, подольше будет. Так, еще тут соберем. Давай. А с факелом мы сделаем вот так сейчас. Извиняй, но нам нужно было это сделать, чтобы у нас было побольше всего-то там и чего-то там. Так, ой, значит, теперь давайте... Что это было такое? Я что-то сломал, кажись. Так, вот тут у нас попались, наверное, эти самые. Броня. Ну, без той машины я не смогу ничего, по сути, делать. Так, две у нас есть. Неплохо, неплохо, в принципе, для начала. Алмазик. Тут у нас веревка. Все, мы сделали веревочку себе еще. Ложить ее, ну, ставим сюда. Так, без машины нам, как без рук, конечно, но что же делать? Так, ну, деревья сейчас порубим-то мы. Мы должны их быстренько собрать. Это все нам пригодится дело. Надо нам что-то пластырь, с чем, с вот этим вот самым. У нас будут бинты, которые восстанавливают хорошо хелсы у нас. Так. Так, собираем. Я прям как дева красная с этим венком, с бородой и с венком на голове. Ну, не зря садили, хотя можно сказать и зря. Ладно, пока мы поставим ловушки. И здесь.
на каждую понаставлять, у нас будет пища. Фух, соберем. Так, ну у нас мутнеется, конечно, немножко. Ночь, конечно, не очень длинная, но, в принципе, так... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстро запаливай свой факел. Деревья! У нас как бы нету деревьев, что ли? Мы сейчас из-за этого сдохнем же. Я же рубил деревья вроде бы. Господи ты, боже мой. Мы что-то должны пожарить срочно. Да. Хе-хе, пошли все в попу. Я, конечно, потратил, но... Оно того стоило. Оно того стоило, потому что меня бы съели бы просто. Ночь быстро наступает, очень... Хардкорновато немножко будет. Так, по факелу я пока поберегу. Факел поберегу. О, возьмем вот сюда вот. Ух... Господи, хорошо, что я нарубил вот этих вот самых, да? Ой, слава богу, все, сон, прошло. Прошло плохое время. Так, мы должны вот их насобирать. Рассудок у нас, конечно, так себе сейчас. Даже не очень хорошо. О, попалась добыча. Вот она. Все, ставим заново, собираем пшено вот это или траву собираем. Невнимательно. Так, собираем травку. Травушку-муравушку. Так, собираем здесь. Здесь. И здесь. Тоже вот. Как бы все собираем. Собираем вот этих вот гоблинов. Мне уж глаз некуда, по сути. Морковку. Что это было? Нет, вы слышали? Тихо, копье возьми. Там я был, кажется. Надо еще вниз пробежать. Мне есть-то нечего, только вот минус, конечно. Ты можешь сделать, собственно, себе. Мне надо гребаные палки, гребаные веточки. Ладно, надо много веток еще мне. Травы, конечно, немного насобирал, но все-таки. Фу, в общем, в игре тут еще расстраиваться и расстраиваться, как я понял. Так, вот сюда поставим, прям на этот самый. Вот, а вот и веточки, только вспомни о них, слушайте. Хорошо. А мне их класть, конечно, некуда уже. А чё, заяц не может стакнуться, что ли? Вот, зараза, давай, думай. Я не знаю, факел выкинуть, жалко, кирку выкинуть, топор выкинуть, всё, короче, нафиг надо. О, попался, смотрите. Ну, схавай его, что ли, тогда, не знаю. Отгав... Ну ты, блин, урод, а! Не... Вот засранец. Ай... Вяленое мясо потом можно себе сделать, то есть в этом плане. Там, думаю, не умрем с голоду. Ой, тяжеловато, конечно, тяжеловато, скажу вам. Туда надо идти, там тоже хорошие ресурсы есть у нас. Так, венок у нас тоже на исходе, конечно же. Ну, больше ничего. Так, давайте сверим еще здесь, что у нас тут было. Ну, хотя, думаю, ладно, на этом пока серию закончим. 15-й день. Если смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, хотите больше таких роликов, оставьте комментарии, ставьте большой палец вверх, также подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Джесс, это был Донстар, 15-й день. Всем удачи, всем пока, народ, давайте.